Махнул, не глядя, в Иртыш. Как 16-летний подросток спасал тонувших в реке маленьких девочек. По гамбургскому счету, кто и почему расплачивается за махинации с землей бывшего вице-губернатора? Потерянные в детстве, почему пропадают дети и что делать, чтобы вернуть ребенка? В споре рождается истина, какими уловками пользуются современные школьники на госэкзамене. Смотрите «Омск» здесь в понедельник в 7 утра и в 12:30.